Ладушки, дубль 2. Где там звук? Дубль 2, дубль 2. Сейчас, наверное, сразу же со второго эпизода и начнем. То есть, предыдущий раз у нас закончился не очень прикольно. Точнее, каждый раз, когда я начинал играть, оно убивалось. Поэтому я попробую, давайте сразу же продавать йокарды, макарнила, фолдриш. Слушай, это какой-то... Вольфенштайн, честно говоря. Вольфенштайн! Я-я! Ну, Зергут. Борис Медведев, начнем игру. Наши хлопцы, бежите. Фюрер-бункер, да? Ну что, комрад, станешь зомбаком? Что-то только с Гитлером не делали в свое время. Ты теперь какой-то... просто... стереотипный персонаж, там, ну, злодей, злодей, как Кощей Бессмертный. Интересно, они Кощей Бессмертного были? Эти самые исторические... исторические источники, или как это сказать по-русски... This was supposed to protect us! But, my Führer, we needed all three of them. Nazi zombie menace continues unabated. Давайте, Supernatural. Понеслась. Supernatural. Это Inglourious Basterds, блин. Вот где все. Thank you.
мне собака. Я там хотел поставить. Карны бабай. Сколько у вас там ползает, ребят?
Прикольно, что не надо там зажимать всякие «Е», там использовать просто. Но тем не менее. Yeah.
получается, но тем не менее. Это бонус просто. Да, это прикольно было. Ну что, давайте попробуем еще немножечко. Так. Одиночные номера, выберите главу. Третий эпизод. Город пепла. Товарный поезд страха. Собор воскрешения. Давайте третий эпизод попробуем, а? Ну что, Борис, пойдемте. The Book of Souls predicted my ascent. The Hellmouth illuminates the righteous struggle before us. We stand on the brink of eternal power! Deputy, it is your duty, your honorable sacrifice! We are determined and united! The world will be reborn from the ashes of our purifying flame! We will be the leaders! The fatherland will never fall! Operation Red Harvest reduced much of Berlin to ash. But legions of Nazi zombies still gather in the bomb-blasted ruins of the city. However, there are survivors trying to reclaim what remains of... Мы вас спасем. Не волнуйтесь. Типа того же снайпер элита. Ну, так сказать, кому нравится, тому вроде как стреляешь, а это не то чтобы совсем уж мясо. Mortality wins. Или как-то. Сальто mortality. Ah.
for them Nazi zombies now. А, это наши чуваки. Все, бухаем потихонечку, да? Pretty heavy out there. Someone needs to clear this place out. I hear you, brother. We'd better stay alert until we hear from operations. Yes, yes. The general's waiting for you over at operations. It's just another couple of streets away. You must have seen it from the roof. Be careful. Тебе не хватило, да? Надо что-нибудь еще такой манерный. Thank you.
антивоенная игра. Вообще, сука, современная. Интересно, что... Дробовик. Ладно, давайте поймем дробовик. Ну нет, ППШ лучше. ППШ это наш. Интересно, наверное, как это выглядит в режиме кооператива. Ощущение, что это просто пострелочка совместно. Thank you.
поставим, пока непонятно, что они там сами. Ну, поставил третьего уровня сложности, то есть реализма, типа. Что-то не видно, что там сами. Decoys to clear the zombies from your path. Feel free to activate them. Отлично. Прекрасно. Опять меня разорвало. Так. Выйти из игры, да. Компания. Что я там играл, кстати? Одиночная игра. Давайте для... Для эксперимента возьмем из первого эпизода. Может быть, это первая зомби-армия. И, собственно, может, там проблема. Может быть, проблема именно конкретно в первой миссии, которая сама по себе дохнет. Ну, разберемся. Короткий перерыв. Мир мертвых. Блять, я козла, да? Собор воскрешения. Первый эпизод. Давай, товарищ Борисов. Да, выбрать персонажа. Борис Медведев. Yes, Борис Медведев. Berlin is burning, and all souls remaining here are damned. The streets crawl with Nazis. Find the source of this unearthly scourge. 199 японская американская кар. Помню, кар это был дойчеша. Давайте возьмем немецкие, как будто мы затрофеяли все, что можно. Контрол, чтобы... Почему не женская команда? Save ourselves.
снизу. Ладно. Люди, эти зомби. Deutschland Soldaten und Offizieren spazieren, spazieren, что-то там еще. Не, ну подождите, я за стенкой был. Хотя, конечно, шуму много там. Не попишешь. Ёлка, бриллианты, бриллианты, ёлка. О! Дрон подмога есть. Как так? Я ж это самое. Наша народная музыка. В смысле, комрайд. Камарады. Индайна Сити. Индайна Бург. Нацисты. Что вы делаете? Честно говоря, я больше поклонник CS, но в момент того, может быть, в третьем лице проще показать какие-то особенности стрельбы. Ну, реально, если вспоминать того же Max Payne, да? Это вот bullet time, это постоянное переключение, чтобы потом
Будешь делать то же самое при First Person Shooter. Хотя, по-моему, были такие, где это не мешало. Прекрасно работал Fear, например, там же. Не знаю. Интересно. Что такое? Что за херня? Ребятушки, бляха-муха. Я не понял, что это было? Что это за херня? Стреляешь, и нужно просто появляется заново, респавнится так. Ёкарный мой. Что за трэш и содомия? Так, это не те двери. Засыснихт. Задор короткий. Сюда, вот все-таки. Сюда, потом. Не надо мне угрожать.
Вот, кстати, флешка там, отбивание, спешл еще. Ну, не флешка, а флешлайт. Куда? На какую кнопку спешл навис? Суровая. Система, блин, хитрая. Да, и, наверное, от первого лица вот эти просчеты и хитрости с просчетом, типа кубики бросания снайперские, они бы выглядели весьма... Чё-то я уже давно играю. Нормально, можно задержаться в этой игре. Нету. Это только одна миссия. Первая миссия первого эпизода. Нет. Суровые люди. Получился, а это куда? Стоять! А вы откуда? А вы откуда появились? Ну, прикольно. Довольно забавно. В общем, хорошо, спасибо за просмотр. Мне было весело.
Возможно, я даже попробую как-нибудь пройти ее до конца. Вот. Ладушки. До встречи.